Ребят, продолжаем историю с голубями. Открываем наше помещение. И гляньте, как он вырос. Это ему где-то всего неделя или дней 10. Ну, уже практически как взрослый голубь. Уже полностью оперился. Вот. А вот родитель сидит. Или их там двое. Сейчас идем дальше. Смотрите, показываю. Так. Вот тут наша церковь. И смотрите, еще тут у меня. Оп. Смотрим. Видим, да? Один птенец и яйцо. Скоро будет новенький. Так вот. Так что наша ферма увеличивается.